пойдем-ка найдем там, где я копнул местечко. Первая находочка, не очень интересная. Какой-то шильдик, наверное, советский. И близ там надпись есть, цена. Что, будем забирать? Будем. Будем. Чему удивляюсь, что на территории церкви может делать пробка из подводки советская, которая попадается абсолютно везде. Не надо ее показывать крупным планом. Просто я возмущен. Как так? Это же богохульство. А в самой церкви там бутылка стоит. Это святым батюшкам можно. Здесь, конечно, на территории церкви копать нереально, потому что все выложено вот такими вот. И немножко слоем земли покрыто. Заложим обратно. Ой, здесь вот поп жил. Надо будет тоже поковыряться. Церкушечка. Вот мы выкопали 3 велика. Сейчас сходим туда. Посмотрим. Там есть иконы. Чан со свечками. Котелок. И лесенка наверх. Снимем сверху деревню. Здесь, наверное, кто-то проводил уже раскопки. Вот, оставили лопату. Если что, будет запасная. Здесь идет лесенка. На чердак какой-то. Ну, там заколол. Да, туда. Тайная, я желание потайная есть. Дверь. Есть потайная дверь. Туда подъем. Сейчас мы еще вернемся. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут на первом этаже. Здесь пытались несколько лет назад это дело реставрировать. Кто-то он оставил бутылку Волги. Здесь у нас есть такой котелок. В нем жжены свечки. По всей видимости, кто-то иногда еще приходит помолиться. У нас иконки висят. Такая комнатка с куполообразным потолочком. И крестики пластиковые. Это не знаю, что за штука. Я не часто посещаю заведения церковные.
дыра. Там, наверное, есть клад. Но мы туда не полезем. Че, Серег, полезем? Ну, встретимся наверху. Поднимайся, Серег. Жаль, нет ночного видения. Тут хоть глаз выколи. Тут темно, тут надо фонарь. А сейчас я тоже достану. Включу. Так. А, я тут телефон взял. Фонарик не понятно. Вот так. Вроде подсветочка. Чуть-чуть. Сейчас отдалю. Тут у нас чердак. Ух, какая! Тут крутая, да. Так. Тут да. Опасненько. Очень. А не нужно выдерживать, судя по всему. Так что можно. А тут уже панорама открывается, Дим. Да? Да, тут отличный вообще вид. Так что приглашаю. Ну давай. Вот и забрались. Есть еще выше. Под самый купол. Но что-то тут лестница уже выглядит более хлипкой. Хотя нет, меня она, боюсь, может не выдержать с моим-то весом. Проверять эту лестницу не стоит. Посмотрим, что у нас тут. Какие просторы. Просторы. Глаз прямо упирается в небо. Да. Лягушки уже, главное, квакают. Да, лишарей поют. Это строение такое. А вот еще есть какие-то у церкви подсобочки, подвальчики. Заглянуть, что ли? Хоть глянуть, что там внутри. О, там куда-то вниз много кирпичей, и тут, блин, крыша может обрушиться в абсолютно любой момент. Сюда мы не пойдем, хотя очень интересно. Там, Серег, в подвале крыша скоро обрушится. Нет, там она прям вот так вот. Сейчас здесь глянем. Тут, наверное, закрыто. Нет. Вот, а вот сюда можно посмотреть, сходить. Крыша вроде целая, похоже на новую. Конечно. Прохладно. Грибок. Пиво. Пиво, да. Тут масло, наверное, держали старые древние. Так. Прохладно, фонарь. Где наш фонарь? Мы же проводку протянули, хотя, конечно, первый сделали. Проводка защищенная. Так, потолок кирпичный, это радует. Бочка. Ух ты, тут что-то сжигает. Ну, тут печку топили. Печку топили. Топят, да, снизу, видишь, топят. Этот самый церковь топили снизу. Ничего. А там ничего нету. А у тебя есть фонарь? Да, я думаю. Еще вон там какой-то. Еще, да, туда. Это совсем вход колено. Ну, это
Уже кладок хранить. Лезть надо. Продуктов каких-нибудь можно. Очень. Маленькие. Как отопить, видишь, это отапливаю, именно так. А видимо там то же самое, да? Две печи, что ли, получается? Ну, да, я думаю, да. Топили, и чтобы тепло было, там же не будешь топить, да? Ну. Вот здесь еще лед, смотри, лежит, видишь? Ледник. Да, действительно лед. Для хранения продуктов, там, не знаю. Зелья какого-нибудь, еще чего-нибудь. Да. Для проведения. Теперь нам надо попасть в дом папа. Тут у папа был сарайчик с искусственными цветочками. Цветочка. Бревнышки, полено. Тут замок. Где вы входили? Через окно? Вон там, да. Мы туда не заходили, мы просто смотрели. Да, тут завалено, какой-то там ящик с инструментами. Да, домик. Вот там кровати даже стоят. Ну, жил человек. Даже две. Ближе. Комрад батя почувствовал тут сигнал, сказал, копать не буду, слишком громкий, и ушел. А я копнул. Конечно, сохрана нет. Ну, как обычно, мне везет. У нас, наверное, Николай Второй. Покажи звук установки. Кирилл, на, убитая. Почистим. Сорок шесть. Пятак Екатерины. Стопудово. Очень глубоко. Копаем. С первого раза. Скрестим пальцы. И мы нашли майского жука. Лети. Он не будет лететь. Он хочет спать. Давай, давай, дружок. Пошел вон отсюда. И это у нас... Две копейки. Такие большие две копейки.
что заносить. 1801 года. И это у нас этот Павел Первый, походу. Я не помню, кто там был. Ну, вот вензель П. Бежи. Такой у меня еще нету. Здорово! И даже сохран есть. 801. У нас сейчас. Камрад батя хочет отобрать. Прячем. Ой, нихера, кусается, падла. Кусается? Да. Ящерица. Клевая. О, мой, он кусается, но зубов-то у меня, наверное, нету. Ну, все, все тази. Известного происхождения, на, скорее всего, какой-то советский. Современная, наверное. Так непонятно, что. Здоровая. Dance.